Я и не думала, что эта история закончится так. Я и не думала, что ты не сын мой, а ангел смерти, что всех нас обречет на гибель. Согласно традиции, этот тюрбан должен достаться молодому и сильному мужчине из нашего клана. Что же ты не вызволишь Нури из тюрьмы? Как два льва не могут возглавлять один Прайд, так и клан Нат не могут возглавлять два Сардара! Он не просто смертный. Он сын Джата Сардара. Маула Джат. Я отмщение за Джата Сардара! Давно уже никто так не сражался. Ты хоть понимаешь, с кем связался? Это тебе не бойцы из той ямы. Но его сейчас убьет! Исход этого боя в руках Всевышнего! Мне нужно уехать. И уехать так далеко от тебя, как далеки звезды на небе. Только один мужчина может носить тюрбан семьи Сардар. Одно лишь имя его вгоняет в ужас его врагов. Во всем Пенджабе он один. Я покромсаю тебя на тысячи мелких кусочков. И не оставлю ничего, над чем могла бы рыдать твоя мать. Маула! Слава и честь не для тех, кто молит о пощаде, а не для тех, кто ничего не боится! Ты должен победить. Не только жизнь этих людей, но и моя честь стоит на кону, Маула. Легенда о Мауле. В кино с 28 сентября.